В 2020 году внешнеторговый оборот республики составил 175 миллионов долларов. Это выше объемов 2019 года на 5,9%. Об этом сообщил представитель Минпромторга региона в ходе круглого стола в Махачкале. Эксперты из профильных министерств отметили, что республика больше поставляет товары в Азербайджан, Иран и Китай. 54% экспорта – овощи, мясо и злаки. Крупнейшими торговыми партнерами Дагестана, возившими продукцию, стали Китай, Турция, Чешская Республика, Иран и Словакия. Важность межторговых операций, отношений для экономики государства трудно переоценить, так как, являясь поставщиком услуг и товаров на международный рынок, регион демонстрирует всему миру свои возможности, показывает себя как надежного партнера, с которыми можно выстраивать долгосрочные доверительные отношения. Важную роль в формировании социально-экономической сферы играет развитие торгово-транспортно-логистического комплекса региона. Нужно использовать потенциал республики на воде и в воздухе. Именно поэтому планируется расширение возможностей аэропорта. Теперь здесь будут принимать и грузовые самолеты. При наличии всех видов транспорта, которые и воздушные, и водные, и железнодорожные, и трубопроводные, его сочетание, естественно, нам дает колоссальные возможности, что мы могли его реализовать и в полной мере получать оттуда транзитные доходы. Я надеюсь, сегодня вы примете такие решения, которые вот будут новые идеи, которые будут все вопросы между собой увязаны. А развитие этого транзитного потенциала нашей республики даст дополнительные доходы.